Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Нил Лапси. Мы продолжаем проходить метро Last Light. Вот. В прошлой серии что у нас было? Был 18+ контент, да, и мы убили двух боссиков. Вот. Погнали дальше проходить, да. Что у нас там сейчас, по идее, должны догнать Пашку, да, нашего, который один за всех и все за одного, ага. Вот, и спасти черного, выйти с ним на контакт. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Ага, то есть у нас, да, точно, у нас же еще, да, взяли в заложники Аню. Вот, нашу, так сказать, нынешнюю подругу. Вот, снайпера, которого нам дали в самом начале в помощники. Угу. Так. Оля какой. А, нас же водоворотом выкинул, да, точно там в какую-то яму. Протри скафандр свой. Так, а он там, тут нам нужен? Не, давай оставим пока, типа. Побережем фильтром. Раз как бы... Не особо это надо, то почему бы и не снять, как бы, да. Так. Блин, не, ну красиво, красиво, слушай. Так, что у нас там по свету? Угу, подкачаем сейчас сразу. Нормально. Так, а по оружке? Ага, так. С ПВО нет. Точнее, с ПНВ. Так, ПВО. Угу, то есть у нас вообще нигде нет ПНВ, да? Хорошо. Но ничего хорошего, когда. Да. Поехали. Ты кто? Так что это за девка-то? Заложница. Пригодится для переговоров с орденом. Смотри, чтоб в противогазе была. Если заразится, ей хана. А дохла, ей грош цена. Так, это Аня. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Угу. Меня больше удивляет то, что, типа, вроде мы как-то спалились со светом и как-то нас не заметили. Ну да ладно. Может, это, конечно, мне показалось. А что ж вы творите? Простых людей убиваете? Коммунисты называются! Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной Линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены... Вот-вот. И прекращая ваше мучение, мы как раз спасаем простых людей всего остального метро. Ну что? Как? У нас же даже температуры! Даже температуры! Уроды. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Да ладно тебе, сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Летеха придет, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Черт, сапог изговнял. Вот же не везет. Да что уж теперь. Ладно, вернемся к арболке. Да что там такого? Все? Можно дальше ползти. Я думаю, может, что-то интересное скажет еще. Жаль, нельзя этих было спасти. О-о-о. Ребята, сорян, если кого... на кого наступлю. Как бы да. Ну, тогда пошли, что ли? Знаешь, давай лучше закурим пока. Руки дрожат.
Да и на разгрузку сейчас совсем не в моготу. А так, может, и без нас справиться. Ну давай, раз такое дело. Мне тут еще обмозговать хотелось. Как это мы так быстро? Подожди, чуть гранат не кинул. На эпидемию, на это. О! Ведь как оно получается? Подожди. Пока уз... О, пока нормально. Пока барахло со склада, инструктаж, довольствие. Так. Это неделя, как ни крути. Сейчас пусть договорят, и я их убью. Тогда. А вот что. Мы же на второй день уже здесь были. Они же помирать еще не начали. А, вот оно как. Слушай, ты это, вот что. Эти свои догадки лучше при себе держи. Кто там, что там? Наша брат-хата с краю. Понимаешь? Да уж, понимаю. Ну, вот и хорошо. Что ты понимаешь? До свидания. Бедные люди. Да, согласен. Так, магазин. Угу. И прицел. Блин, жалко на самом деле то, что у них нет нормального сейчас калаша. Я бы его поменял. Точнее, нет, не поменял, я бы его взял. Так, что у нас тут? Подожди. Да блин, а, это ПНВшка еще одна, да? Это еще одна ПНВшка. Но ПНВшка у меня уже есть. Типа, если ты на болотах не нашел, или, не знаю, где-то просеял, посеял, там, просрал, хрен знает. Типа, вот тебе еще одна, да? Я понял. Так, сундучки открыть нельзя. Вот это вот я бы поменял. Ну ладно. Раз нельзя, значит нельзя. Так. Так, 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 так. Ага. Смотри, сколько трупов. Просто. Жесть. Дружище. О! Неплохо. В смысле? Так, вон один, да? Да, не один, трое. Раз, два, три. Ага. Разговорчики рядовой. На разгрузке не хватает людей, так что бегом за этими двумя. И чтоб через две минуты были на складе. Выполнять. Ага. Есть, товарищ лейтенант. Давай, давай, давай. Сейчас вот этого еще возьмем. Правда, этого, наверное, не будем выбивать, просто оглушим. Вообще, козел. Как так? Гонять своих, да, с другими вообще ужас. Ну что, ты идешь, нет? Идет тут. Давай, 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 давай. Шагай. Угу. Опа, калашик. Так, надеемся. Надеемся, что тот самый, который мне нужен. Давай, давай, давай. Ну иди. Эй, расстрельная команда, где вы там? Хорош курить уже. Ну иди глянь. А? Чего вы так возитесь тут? Давайте на погрузку, а то лейтенант шкуры со всех снимет. Блин. Ну давай быстрее. Я, блин, не хочу нож кидать сейчас просто. Опасно. Могу не попасть. Хер с тобой. Ладно. Так, 5 минут есть фильтр. Отлично. Угу. Калаш фигня. Без... Даже без глушака. Свет гасим. Так, что у нас тут? Ага, патроны. У-у-у, сука, опасно, тихо. Тихо, тихо. Ножик забираем. Называется, хотел встать, блин. Угу, угу. Так, один тут грузит сейчас, значит, его оглушим. Так, вон один сидит. Блин, как бы... Опасно, 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 опасно. Тихо. О, идет, 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 идет. Ща, в того тогда нож кинем, который там сидит, а этого оглушим. Давай, давай, давай. Звездуй, звездуй отсюда.
До свидания. Так, что у тебя? Дробовик. Это не есть хорошо. Угу. Патроны. Здрасте. Угу. Хорошо. Блин, а можно как-нибудь свет вот тут вот выключить? Прям вот очень сильно мешает. Могли заметить. Так, тут еще один. Радио, радио, радио. Давай выключим. Блин, не знаю даже. Он тут близко, видишь, свет? Это пытаться. Так, их тут много. Так, можно попробовать. Так, как бы свет тут выключить. Тут, ладно, тут походу никак. Спокойно. Отлично. Опа! Здрасте, а этого я раньше не видел. Угу. Так, ну, раз он, типа, не очень на раскачку, то я пока его брать не буду. Угу, 12 патрон. Полный, полный. Ты хочешь сказать, сюда сейчас пойдешь? Хорошо. Так, тут нет ничего. Спокойно. Не ожидал я тут такого. Стоит он тут. Блин, ладно. Угу, пошел. Один. Второй. Окей. Противогазы. 17 штук. До свидания. А вот, блин, вроде сейчас, да, идет, идет. И сейчас в какой-то момент, ну, по-любому, вот, ну, не получится по-тихому, ну. Как обычно. Прости, мужик. Не хотел тебе мешать. Угу. Так, фильтры, 7 минут. Супер. Патроны. Так, тут ничего интересного, да? Да. Так, хорошо. Можно через верх и через низ. Ну, давай посмотрим. Угу. Блин. Нет. Давай попробуем снизу. Если что, уж потом тогда... Подожди, а где... откуда тут... А, все. Хотел сказать, откуда тут свет. Спокойно. Угу, вода. Казалось? Так. Так, что у нас тут в карманцах? Колец нет. Жаль. Послушаем. Всем больше ничего интересного не хочешь сказать? Двое. Прямо у стенки стоит, серьезно? Он меня не заметил? Твою мать! Не заметил. Черт, 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 черт. Слушай, подождите. Да-да-да, не спеша. О, надо было так засрать, а? Кого ищем?
Блин, а? Даже был так зафейлить. Ну я тебе покойно, товарищи! Причем увидел. Увидел, так и думаю. Почти же постылся, да вообще жесть. Говорю. Увидел то, что можно это. А разрезать, такой решил, думаю, так, ну нужно посмотреть. Посмотрел. Так нету никого. Вот, правильно. Блин, идти убивать, что ли? А может сейчас пройдет. Да пока, посмотрим. Может, тут что-то интересное есть. Да, да, все, я ушел. Может, это вообще мышка была? Мышка переросток. Может, ушел? А тут? И тут. Ищем. Пошли. Эй, Контра, сдавайся. Гарантируем тебе суд по законам революционного времени. Угу. Мужики. У вас нет суда. Потише. Ну, чего тут? Да вроде никого. Ничего, найдем. Ну, хорош. А, короче, ладно, погнали. Кто-то его видит? Я! Мне кажется... Не задолбали, а. Хотя нет. Черт, ну где же он может быть? О, кстати. Отсюда-то они ушли. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Спокойно. Ищем его! Прячется. Где же он, интересно, прячется? Вообще. Ребят, вы там дверку не забудьте закрыть. Сейчас, сейчас. Ну, закрой дверку. Увидели. Да? Да. Увидели. Плен не брать! Обидно. Бежал одного. Ну ладно, я пытался. Товарищи, я его прижал. Ой, вообще прижал, слушай. Твое прижатие прям почти сработало. Ну, еще фильтра. 9 минут. Замечательно. Так, а мне сюда получается, да? Да. Окей. Как бы, раз не получилось, то и не будем, значит, этого заморачиваться. Опа, подожди, калаш. С прицелом. Так, хорошо. Ну я тебе. Я, конечно, ни на что не намекаю. Дружище, а тебя как вообще? Ну, в целом нормально? Может, ушел? Черт. Не, ну может, конечно, он и ушел. Эй, метро, блин. Ой-ой-ой-ой, слушай. Оля какой. У меня, правда, получше. Немного, да? Или это не этот? Нет, не этот, это другой. Получается, который у меня изначально был. Угу. Но он, блин, громкий будет. Он типа на дамаг хорош, но громкий будет. Хотя, блин, я уже, знаешь, чисто скоро, мне кажется, вот такое оружие будет носить, чисто из-за того, что я не могу постелс. Вот, блин, каждый раз какая-нибудь хрень будет происходить, но не смогу я постелс пройти. Так, калаш с магазином прицелом, хорошо, по-моему, кстати, с ПНВшкой. Сейчас, где, во. Сейчас, чисто посмотрю, да, ПНВшка. ПНВшка, 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 но он громкий. Ну да, блин, нет, тогда нет. Этот нам нужен.
Ну, это уже, да, по-тихому, если стрелять. Угу. Угу. Нет ничего интересного. Да. Так, ну все, в принципе. Ты спишь? Спи, спи. Не будь тебе мешать. Поехали. Дальше. Понял. Зажигательная! Вроде тихо, но все равно. Ты дурак? Взял, спалил кого-то. Зажигательная. Рад? Вот и я не рад. Потому что ты делаешь... Тихо, не надо. Подожди, а где тут свет? А, ну да. Где тут свет? Как бы, ага. Молодец. Глазастый. Так, 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 так. Ну я теперь хотя бы понял, почему давали столько этих. Подожди, калаш обычный, херня. Почему давали столько фильтров? Посмотри, сколько убитых. Охренеть. Это что такое? Нет, страшно. Подожди, что это... Тут? Капитан Ржавин. Опа. Сцепило. При попытке штурма кольцевой. Преследовал. Да подожди, блин. Не лампа. Да по оружию дай посмотреть. Брюшина. Во. Да. Че это такое хоть? Ага. Капитан неблагоприятный. Ага. Думаю, вы понимаете, для стрелы. Для стрел, я понял. Так, а где мое? Что? Усыпите. Угу. Я вам что, псина заборная? Я боевой офицер. Пулю хотя бы. Ладно, капитан. И тебе не хворать. Угу. Фига его там разнесло. Так, два калаша. Угу. С прицелом. С прицелом. Тут на ствол, а тут на магазин. Окей. Так, через низ можно пройти. Че, пойдем через низ или будем всех убивать? Давай через низ попробуем. Так, это опять этот калашек. Ага. Так, схрона. Ага. Спокойно. Да как? В смысле, палюсь. Зажигательная пошла. Так. Ага. Блин, а? Теперь тебе весело? Зажигательно тут раскидывает. Так, это уже получается... А, нет, подожди, это тоже место. Хм, ладно. Оружие фигня. Дробовик. Придется тогда всех убивать. Так, двое, наверху еще один. Ага, стрела. Угу. Еще один где-то. Фу. Подожди. Сейчас, 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 сейчас. Не выходит, товарищ майор. Не понял, что это? Мало кашлял. Еще давай. Ага. Да тут такое дело. Блин. Но те-то ушли. Да куда они денутся?
Блин. Оно тебе надо. Все, спокойно. Наше дело маленькое. Это точно. Фильтр. Нормально. Патроны, фильтр. Ага, супер. Что? Кто-то? Спалили. Так. Эй, кто там? Никого там нету. Черный плащ, только свистни, он появится. Черный плащ. Ну-ка, от винта. Здрасте. Обещаю, что не помешаю, ну. Сейчас, сейчас. Да-да-да-да-да. Эх, ностальгия, ну. Какая? Нету. Кого? Давай я с тобой поищу. Кого нету? О, нету, нету никого. Слушай, правда. А кого ищем-то? Черного плаща или кого? Черный плащ. Ты что делаешь? Блин, я хотел свет вырубить. А как он не спалил? Блин, весела эта игрушка. Слушай. Привет. А, ну, походу, да. Никуда походу, денется, тут уже, да. Да кто денется-то? Кто денется? Кто денется? Ты тут один. Может, наркоман. Уш... Черт. Может, ушел? Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, может быть и ушел. Так, калаш. Новое это оружие. Давай посмотрим, слушай, вот хотя бы посмотрим. А, ну это типа пешки что-то, P90, ну да, да, такое себе оружие. Не, прикольно, но типа не с такими модификациями явно. Подожди, а где моё? Эй, эй, куда мое оружие дел? Гад, верни оружие. Оружие, говорю, верни. Уй, сука, заныкал куда-то. Так, подожди, а ну тихо. Где мое оружие? Так, это калаш. Ага, вот калаш я вижу. А мое где? Да выключите вы этот огонь, ну. Нихера не видно. Ну эй! Верните! Вот сюка, а, заныкали, прикинь. Блин, я сейчас только фильтр трачу, на самом деле. Верните пистолет, блин. Все нахрен, я не буду больше смотреть оружие, тебя осматривать. Так, вот это, хорошо. А мое где? Может, наверху? А наверх я уже никак не попаду, да? Блин, тяжело. Подожди, а мне показалось фильтра. А, не, вот фильтра. Револьвер. Так, хорошо. Сейф, патроны. Максимум хара. Ай! Гад. Да блин, ну верни. Ну, пожалуйста. Ой, понятно, все, погнали. Да, 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 слышу. А! Отстань. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану. Лесницкий. И будет завершена в течение часа. Ага. Ну что, эксперимент прошел успешно. Эксперименты. А, пистолет есть. Так, это есть. Типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Ха-ха-ха-ха. У, сучка. Так, один, второй.
Как он меня сейчас не спалил. Забавно. Так, один. Второй. Тут. Ага. Идиоты. Да тихо-тихо-тихо. Не пали. Блин. Как бы... Ладно. Готов. Противник. Да умри, вали уже. Наших бьет. Вообще ужас. Ай-яй-яй. Отходите его. Отходите. Да хорош. Эй. Да, эй. Все. Угомонись. Калаш, так дай мне... Серьезно? Дай мне взять... А, то есть теперь ты мне будешь, да, мешаться? Все, нормально. Так, ладно, с этим побегаю чисто из-за того, что тут хотя бы есть хоть какие-то модификации. Похрен. 6 минут. Расстреливают. Мужик, живи. Так, еще есть. Супер. Подожди, патроны. Под мне вниз, да? Окей. Чисто, чисто. Опа, калаш. Вот. Вот что мне нужно. Вот, вот это уже хорошо. Фильтра. Кого-то там прижал. Прижиматель 9000, блин. Ой. А вот туда, тут. О, еще и с ПНВшкой, слушай. Здрасте. Здрасте. Кто? Я? Нет, нет, не я, это все они. А! Горю. Спокойно. Все нормально, погнали дальше. Куда, куда, куда? Я сейчас подойду. Да что ж ты... Так давай я тебе патроны дам. Че, где, кого? Кому нужна помощь? Не вижу, ребят. Покажитесь. Да кого? Вот тебе нужна помощь? Ну на. Хрена вы там, конечно. Мощные ребята. Потери. Товарищи, ну что ж ты так? Ой, 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 тихо. До свидания. Меняем фильтр. И хорошо. Вот примерно в такие игры и надо играть после доты, кс-ки и прочие лабуды, которые просто убивают твои нервы. Так, типа обратно я уже не пройду. Хорошо. Так, калаш. Угу. Тут больше ничего нету. Окей. Угу. Дробовик с этим. Подожди. Фигня. С глушителем.
Вот зачем дробовик. Тревога! Шпан, дурик. Артём? Не дергайся. Артём? Ой, вообще. За ней, значит, пришёл. Герой. Рот закрой. Ай. Зачем? Зачем ты это сделал? Скорей! Надо успеть! До кольцевой! Hello. Привет, Ланит. Да давай, Артём. Ну, блин. Давай, Тёма, тащи, тащи, тащи свои булки. Давай, 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 давай. Анька, ты хоть жива? Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Кошмарную и невероятную. Я рассказываю Октябрьская. Другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую. Мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Mm-hmm. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Жива. По лицу не скажешь, что я жива. Ну, ладно. Я знаю то, что она жива. Скоро все кончится. Это война, нам ее не пережить. Как бы. Никому. Я тебе так скажу, по трейлеру и так известно то, что она жива, да. Это так. Ты там лямочку поправь. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод. Да. И твоя жизнь просто искра от костра вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Ань, ты это... Хочется. Аня! Аня, слышишь? Эй! Аня! Аня! Анюта! Почувствовать себя живой. Пока что так, ребят. Прикоснись ко мне. Ну так неинтересно. Тебе неинтересно, ну, блин, а мне потом бан получается. Поздравляю вас, молодые люди. Так. Спокойно, все. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим Аня ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Анька, Анька, ну, ты, блин. Идите, идите. Иди, Артём. Я... Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. О-о-о. Называется «Спас девчонку», она... Да. Угу. Не смотри, не смотри. Как бы, чтобы вы потом понимали, мы с ней поженимся. Угу. Да разве поймешь? Ничего. Вроде из восьмого. Спойлеры! Пам-пам! Точно, из восьмого. Семецкий. Че, нам сюда? Нет? О, подожди, ящики. Не, не сюда. Аля, сколько карантина тут все. Охренеть. Ну, дай пройти. А, вот. Что теперь делать? Что делать, доктор? Что делать, что делать? Мне-то можно, я все видела. Ага. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Так, ну я тебе уже говорил, как бы за спойлером мы баним.
Так что да. Если как бы желаешь бан, то да. И да, и нет. Сюда нельзя. Это какой-то шестой особая партия Бола. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил герлет. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третий 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. А ну да, кыш. Нарушители будут караться. Проходите. А, спасибо. Твари, пропустите. Пропустите меня. Пропустите нас. Пропустите. Разойдитесь. Гады, твари. Выпустите меня. Я как бы, не знаю, я не считаю это спойлером, то, что, типа, мы поженимся с Аней, типа, потому что я уже показывал трейлер Metro Exodus с исхода на это, на своих стримах, да, и как бы кто видел, те знают, что Аня будет жива. Вот, и то, что они поженятся. Проходите, проходите, здесь нельзя. Угу, понял. Грибочки. Сейчас, подожди. Тут нет ничего, окей. Рад, очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться, обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим? Если все там осталось. За него же Ганза берет. Ну пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы мы подохли здесь, да? Беженцам обидно. Здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что? Товар весь остался. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. О, оружейная. Так, сейчас патроны потратим. Нормально. Не можем. Начальник запретил до выяснения. В смысле, оружейную открой. Алле. На него есть разрешение. Вот, так-то. Артём, путь нам предстоит не близкий. Угу. Что, понял. Запасы... Так, патроны. Кто знает, когда еще удастся. Отличный патрон. 70, отлично. Так, тут давайте отлично продадим. Ага. Это у нас снайперка. Вот так, все, нормально, хватит. Так, тут что у нас? Полные. Полные, так. Давай вот так сделаем. Тут сделаем вот так. Ну и все, хватит. 74, так, а апнуть оружие где можно? Подожди, о, фильтры еще. Супер. Вот. Так, тюнинг. Глушитель есть. Так, да. Тут у нас лазерка. Блин, на самом деле... Ага. То есть только вот так, да? Лучшее оружие для туннелей, рейнджер. 115. Ну это такая же. Для настоящего профессионала, рейнджер. Блин, интересно, сколько стоит калаш? Или у нее нет калаша?
ЛЦУ топ для режима. Без прицела и так только мешает. Чё? Забей, я прохожу как прохожу. Мне этого хватает. Так. Глушитель. Ага, ага. Коллиматорный, хорошо. Х2. Окей, так. Ночного зрения тогда ставим. ПНВшечку, да? Хотя, слушай, может еще можно что-нибудь затюнить. Мы посмотрим. Тюнинг. Так, это у нас глушитель. Ага. Тут у нас Х2. Ага. Тут у нас что? Так. Увеличенный магазин. Лазер можно поставить. Это у нас что? Этот ударно-спусковой механизм позволяет вести огонь из... подонка очередями, в сущности превращая оружие в легкий пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет, да? Нет, нет. Это мы оставим. Так, приклад есть, магазин есть. Лазер, 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 лазер. Нужен он нам? Нет. Понял, погнали дальше. Так, тут у нас что, тюнинг? Угу. Это лазер не нужен тут. Тут, ага. Ну и все, ладно, поехали. Удачи в бизнесе, Рэджи. Подходи, подходи. Такого обрати внимание, Артём, какие средства Ган забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Наверное. Главное, что Аня спас. Удачи в тоннеле. Не, ну Анька, конечно, дала, блин, я прям охренел. Серьезно. Представляешь, пришлось аж даже это, скрыть картинку. Хотя, мне кажется, там все равно чуть-чуть, но засветилось. В другом месте случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее. И лишь одно место, метро. И наш долг — спасти его любой ценой. А, она раньше Артема кроликом называла, я знаю. Черного. Аня, сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное непозволительная сейчас роскошь. Не, да, засветилось. Ну, блин, там чуть-чуть, типа, в прошлой серии больше засветилось. В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно, войны не избежать. Угу. Если не случится чудо. Случится. Проходите. Приду я. И убью его. Тормушки, погнали. Да, ну, ё-моё. Двигаясь по тоннелю, поезд с чёрным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Порядок. Надо поезд потом идет. Где-нибудь посмотреть этот момент. Нет, в смысле, который вот я не показал. А там нет толком ничего. Она типа просто показала и все. И... Как бы да, и легла на кровать. Все, больше ничего не было. Судьбе к будущему. Открывай. Там толком даже ничего не было. Аккуратнее там с генераторами. Угу, хорошо. Никакой это не тупик, Артём. Просто случайный человек. Моментально заблудится в этих тоннелях. Еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Ну давай, 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 давай. Ну. Ну ты серьезно? Будешь стоять, блин. Понятно. Все думают, что метро это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть в метро особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Погрузись в метро, не пытайся его пройти быстро. Я погружен максимально. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс,
Река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Я за Черного переживаю, как бы они его не убили. Помни, главное найти Черного. Помню. Это единственное, что надо просить у реки. Метро – живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. Так. Угу. Окей. Хотя, в принципе, тут не так темно, я думаю. Ну да. Ца. Ладно, пофиг. Мышка. Ну, мышка. Мышка, ты глупышка. Вот и все. Это у нас этот же библиотекарь вроде, нет? По-моему, такой. Тут надо быть настороже. Угу, я заметил. Максимально. Хорошо. Глухое место. Так. Угу. Я тебя понял. Ч-ч-ч-ч-ч. Спокойно. Угу. А ну тихо там. Успокоились. Библиотекари не воют? По-моему, выли, нет? Ух ты, ёпта! Здравствуйте. Добрый вечер, я диспетчер. Подожди-ка. Блин, а? Мне сюда и нужно было. Нет, дай вылезти. Ну, дай вылезти. Там был проход. Я думал, нам туда надо. А, черт. Сука. Угу, паутинка, да? Хорошо. Да? Там за паутиной что-то есть. Да, я заметил, да. Кстати, а тут дверка. Здрасте. А, ну нам сюда как бы и нужно. Занимательно. Топ. Знак. Подожди, куда нам нужно? Решетка прогнила, да и приварена наспех. Угу, сюда. Так, а дверка? Артём, помоги. Помогу. Сейчас я к паучкам сбегаю. И помогу. Ненавижу пауков, ненавижу пауков. Ну, знаешь, по крайней мере, на Ютубе за этот момент не банили. Ну, блин, хрен знает. А сам чё, не? Нету, да? Жги паутину дальше. Смотри, вода. Мы вижу. Почти где-то недалеко. Меня напрягает эта вода, дружище. Подожди. Блин, это опять эти крикуны. Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся.
Думаю, это тебя. Слышь, юморист. Думает он. Хреново тебе думать, я тебе так скажу. Артём, сынок, это ты? Артём. Серьезно? Мать его. Тут нельзя долго оставаться. Да, я понял. Надо войти в воду. Нас, по-моему, сзади обходит, не? Надо войти в воду. Так я в воде. Здрасте. Хан не шутит, да я заметил, да? В смысле? Подожди, что? Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу своими руками. Ну давай, хорошо. Типа мне надо прыгнуть вовнутрь или что? Это их город, их дом, все, что от него осталось. Хорошо. Гляди, это он. Да. За ним. О, давай. У, щука ползает. Смотри, какой шустрый. Быстрее! Стоять, щука, догоню. Стой, гад. Да ну поймал же, ну. Эй. Попрыгал он там. Да быстрее, хан. Только бы его не потерять. Ну как бы, поздняк. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Да, именно. Попробуй тут. Попробуй еще раз, Артем. Черный. Он все еще в цирке уродов. На поезде. Смотри. За ним, скорей. Ну давай. Впереди. Похрен на огонь, просто бежим за черным. Ну ладно. А, я сейчас просто упаду, да? Нормально. Черный, держись! Нет. Черныш. Я ловлю тебя, пиздюк. Прыгай ко мне. Хорош. Тупо галики. Нормально? Дьявол, я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Ага. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Ну погнали. Когда мы выходили из реки, черный был совсем. Опа. Боевая тревога.
Думаю, он и сейчас где-то недалеко. Должно. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель — эвакуационный поезд. Боевая тревога. Угу. Отлично. А как бы... Все. Опоздали. Нормально. О, это опять этот. Который, да, который я называю Мосинкой. Ага. Сейчас опять будет. Да не Мосинка это. А мне похрен. Для меня это Мосинка, все. Но поезд явно где-то здесь. Вентиль. Мосинка. Мне похрен. Это Мосинка. Прыгай в дрезину. Ну так давай, запрыгнуть. Мешает тут. Нам лишь чудо, Артём. Помни, что я рассказал тебе про Чёрного. Да, наша кого? Спасти его. Чудо. И, может, он спасёт всех нас. Это Мосинка. Для меня это Мосинка. Ты меня не переубедишь. Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но хам не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. Так. В миг, когда я послал сигнал, угу, и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Это Мосинка. И безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Блин, ну хрен знает. Сейчас-то может он и ангел, а вот, блин. Я это чувствую. Хрен знает, в итоге-то будет он ты ангел. Слышишь? Мосинка, все, не спорь со мной. Это он, и не ошиблись. Не ошиблись, не ошиблись, давай. Гони, гони. Держись. Тяжеловато тут держаться. Держись, Артём! Держусь, держусь. Не дай нас обогнать. Кому? Чего? Кому обогнать? Вот он! Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай! Иначе остановить его нам не удастся. Девочки, не ссорьтесь. Красные, да мне как-то неохота. Не горю желанием ссориться. Так, слышь, стреляет он тут. Могли бы запрыгнуть сейчас спокойно. Сейчас, пацаны, подождите. Я понял. Ага. Хорошо. Понял. Давай, не отставай там, да. Давай, пошел! За Мосинку! За Сталина! За Черного! Давай, Артем, за Аньку! За сиськи! Погнали! До свидания! Дальше! За сиськи, сука! За сиськи, я сказал! А? Слава сиськам! Подожди. Черный подождет. Так, калаши. Что у нас тут? Херня. Дальше. О, вот, кстати, вот это. Вот это уже неплохо. Вот ты, парень, хорош. Херня. Херня, погнали. Так, подожди. Заметка. Блин, вот за коллиматора вообще ни хрена не видно. За свет этот. Серьезно, я за ним вообще ни хрена не вижу. Типа там что-то видно, но еле-еле вот прям, реально, это жесть.
патроны? Ну давай я тебе дам, ну патроны. Все? Калаш 2012 лучше? Без понятия. Блин, слушай, погоди, а вот это даже лучше, по-моему. Ну-ка. Блин. Не, нахрен. Старый. Не нравится он мне. Ой, по голове, блин. Ладно. Так, в камерах, камеры, 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 камеры. Сука. Черный. Где черныш? О, черныш. Не убегай. Черныш. Оу. Оу май. А типа это Артём? Получается, черный Артём спас когда-то в детстве? Или что? Я вот не совсем понимаю это. Или он ему показывает будущее? Хотя вряд ли. Мама! 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 Артём! Мальчик мой. И значит, все-таки большой. Маленький, когда он. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я не помню, когда-то показывали вот этот отрывок, я типа в этой мама. Игре. То ли в начале. Ты первый. Сейчас. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Ты не один. Ты первый. Короче, в этой игре уже когда-то показывали этот момент. Типа, он, я не знаю, то ли с друзьями, то ли со знакомыми, короче, вышел на улицу в противогазе. И на него напали эти, монстры. Типа, все там разом. И типа, черный защитил его. Я вот и думал, это либо Артём, либо просто, ну, типа, воспоминание какое-то. Я вот не знал. Какой он милаха вообще. Конечно, я не смог убить. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война. Кончилось, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Угу. Ну да. Они открыли гермоворота к ботаническому саду и пустили черных в метро. Вверх. Кто, в смысле? Воздух. Вверх. Черный. Вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние, внизу трудно дышать, плохо жить. Ты меня отпускаешь? Давай, беги. Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Он будет идти там, где сияние. Подожди. В смысле сияние? Они не могут на нас напасть. Так, ну по идее нам туда. Сучка. Я думал, не будет нападать. Хорошо. Спокойно. Мелкие. Угу. Так. Ага, ну да, в принципе, правильно. До свидания. Я помогу видеть. О! Спасибо.
Слушай, а помоги мне патроны дать. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Все, 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 малец, бегу. А разве не на прошлом стриме показывали этот отрывок? Я вот не помню, но я говорю, в этой игре. Типа, я помню то, что в этой игре, но я не помню, в какой части прохождения метро это было. Ты и другие люди сильные. По-моему, вообще в самом Вы начале. Вы можете убить всех. Так. О, да, мы можем. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Угу. А я сейчас, кстати, мог бы прыгнуть туда вообще спокойно. Тихо. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Я заметил. Ну, пусть подходит. Вы все носите вещи. Так. Я тоже хочу, как ты. Без проблем. Вообще не вопрос. Так, стоять. Фильтра. Фонарь. Ты пропустил отсылку. Вот не прыгни, замерзнешь. В смысле? Какую отсылку? О. А, это летучая, это хрень. Ага, хорошо. Когда он говорил про вещи. Я не знаю, про какую отсылку, серьезно, ты говоришь. Я не понимаю. Типа то, что Артём был закутан весь, когда мелкий был. Ты про эти вещи говоришь? Отсылки, точнее. Все, хорош, Сос. Так. Окей. Так, ну кыш. Жрут они тут. О. Все, газ. Дальше. Отсюда можно пройти, не? Обидно. Кыш, говорю. У меня все просто. Если меня не трогают, то я их не трогаю, типа. Окей. Тоже желание есть. Давай. У меня как бы это. Да, я дважды спрашивать не буду. Угу. Они тебя тронули, я заметил. Я как бы, видишь, если на меня они не бегут, я им даю шанс убежать. Угу, опять этот летун. Ничего. Угу. Смотри, я как ты. О! С вещами. Ай, какой моднявый, а? Красавчик. Вообще. Слушай, как сынюля прям вообще.
Ля, мелкий прям красавец. Слышь? Нахрен пошел? Нахрен я тебе сказал, пошел? Опа. Бульк. Бульк. Ай, классно. Берегись. Ай, замечательно. А-а-а, твою мать. Я тебя понял. Подожди. Тут же где-то еще эти, правильно, мелкие, типа, будут. Да, вот вы. Про вас я и говорил. Да умри уже, Алёша. О-о-о. Спокойно. Я тут помру. Во-первых, я не знаю, как с ними справляться, типа, и что тут делать. О, там мелкий, по-моему, кстати, был. Да еб... Взял обратно, в воду спрыгнул. Нафиг. Ну да, тут труп. Кстати, ты на какую концовку? Я не знаю, я прохожу первый раз. На какую концовку? Я без понятия. Да, именно так. Давай, где этот? Хрен. А ну давай сюда. Усюка. Так, подожди, мелкие должны быть сейчас. А, плывут. Блин, не вовремя. Вот мне надо подойти, да, для начала? Ну да. Ты угомонишься, нет? Живучая хрень, а? Где этот хрен? Моржовый. Так, мне туда по-любому. У-у-у. Беги! А! А ну кыш! Давай, 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 давай! Ч-ч-ч-ч, подожди. По идее, тут не должен достать. Нахрен пошел? Их тут еще и несколько, да еб. А? Сложно. Сложно. Беги. Тёма. Беги, как никогда не бежал. Куда? Сюда. Хорошо. Дальше. Ваши дома? Какие высокие. Вообще. Вы сделали город? Мы сделали. Огромный. А почему теперь ваши внизу? Блин, почему чуть по-своему не выстрелил. О, жесть. Какие бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. О! Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас... связала судьба. Угу. Хорошо. Пора идти. Куда, 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 вот зачем? Ты ага. Не видишь их, да? Кого? Вы не умеете видеть? Кого, 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 кого? Красные, злые. Угу. Я понял.
А еще раз можешь показать? Не всех разглядел. Дружище. Ну, пожалуйста. Крылатые, красные, сильные. Ага. Я понял. Ну, крылатые, красные, это да, это еще те гады. Уже не один раз их встречаю. Так, давай вот сюда. Они тут, по идее, не достанут. Смотри, о, их много. Ага, вижу. Так. И что мы будем делать? А погнали просто. Беги, беги. Все? Сосай куда сай. Да, все. Не гонятся, нормально. Подожди. Не то. Как во. Энка, ага. Хорошо. А ну тихо тут. Их. Кстати, спокойно, они, по идее, меня сейчас не видят. Блин, добрые, злые. Раз, два, три. Голову поверни. Тихо. Спокойно. Нормально. Все, больше ничего нету. Больше ничего. Спокойно. Вот какого хрена? Идите своей дорогой. Не уйдет, да? Я пытался. Это еще что такое? Вроде этого раньше не видел. Или видел? Не помню. Так, там опять жрут кого-то. Как всегда. Так. Вот правильно, нахрен отсюда пошел. Ибо нефиг. Так. Так, все, подожди. Ага, хрень. Погнали наверх. Ух, опасно. Так, ну эти мелкие, они вроде как не опасны. Да. Это просто, знаешь, как наши голуби. Жрут, жрут, но, блин, боятся каждого шороха. Группа Семенова погибла. Блин. Так, слышь? Дурачок. Дурачок. Заметь. Не хотел я этого. Так. Подожди. А куда? А сюда. А как? А вот так. Угу. Давай. Ох, только не оторвалось. Главное, чтобы не оторвалось, вот серьезно. Сейчас, если, блин, оторвется, это жесть будет. О-о-о. Ну да.
Твою мать! А! А! Я уведу его! Правильно, нахрен, пусть он идет. Оля, какой спецназ! Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Ты работаешь? Молодец. Так. Нет, не сюда. Подожди, а куда? А. Сюда? Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Ага. Почему? Не знаю. Давай узнаем. Мы хорошо. Вместе. И будь что будет. Получается, это уже конец игры. Что-то держит. Скорее всего. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Не, малый красавчик, малый умница. Малый прям это вообще. Что бы ты без него делал, Тёмка? Кыш. Там кто-то есть. Отсюда трудно где? Видеть. Где? Где? Кто? Откуда? Где? Он там? Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Угу. Хорошо. Кто такой? Спокойно. Гораздо, мужики. Приберите стволы. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався, то не поспішай. Чого? Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. А по-русски можна? Ну я просто, я тупенький, я не знаю этого языка. Я понимаю, что это украинский, но я реально, я просто глупенький и не понимаю его. Опа. Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю. Патрон, да, ты мне поменяешь? Угу. Давай вот эти тогда сейчас продадим. Я так ни разу не бегал с ним. Угу. Покупай. Хороший патрон, Кацо. Очень хороший. Нет, дорогой. Много набрал, да? Так, вот это вот тоже можно продать. У меня есть. Слушай, да? Покупай. Что-то как-то дорого он берет, блин, за все это. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. Весь патрон. Так. 600, сам без. Ага. На деньги надо. Угу. Угу. Давай. ЛЦУ, двойной лазерный, нахрен лазерку. Хорошо. Что, подходи, пока у нас привал. Тем более есть лазер. Так, если что, подходи, да? Хорошо. Так, а что нужно делать? Просто прикрывать их, типа, или что? Впереди люди. А. Ждут нас. Во. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Ага. Ходы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как твои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Так. Никого. Внимание, противник! Где? Спалили? Сейчас не вижу! Ищите! Они, походу, малого, да, спалили? Все задание! Подожди. Спокойно, спокойно, спокойно. Да в смысле не убил? Ой, ладно, погнали.
Я не знаю, как тут этих, типа, вырубать по стелсу. Поэтому будем просто убивать их все. Подходим, ребята. Не стесняемся. Подходим. До свидания. Угу, 11 минут. Так, снайпер еще один. Кимпидрюга. До свидания. Ух-ух-ух-ух, тихо. Ага. Сейчас вы отомстите, ребята. Бежит. Все. Читизи. Чё-то даже не почувствовал. Так, давай поменяем. Угу. Опять же, М-ка вот эта вот вторая. О, М-ка, калаш. Калаш второй. Такой же, как и там, походу, вроде. Вроде как. Что, да, все нормально. Да ты не паникуй, Вась. Все окей. Так. Малой, ну-ка подсвети, где они там. Нормально. Так, хорошо. Я видел такое у тебя. О, дай досье. Да. Теперь ну. Понимаю, для чего. Принесу дай еще. Дай досье. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Понял. Давай. Опа. Слушай, а можно как-нибудь выключать этот лазер? Есть. Угу. Один вот тут. Второй тут близко. Что? Подожди, в смысле? Это нормально? Слушай, а вот это неплохая такая куколка. 70 патронов. Так. Сейчас. С глушителем. 200 патронов. Давай с этим побегаем. Внимание! Противник рядом! Да как вы палите, блин? Я с глушителем, алло. Убитый! Тревога! Гады. Не, калаш лучше. Слушай, вот калаш реально лучше. Хрень какая-то, а не оружие. В смысле, а как они загорелись? Блин. Подожди. Как они загорелись? Опять начал этими стрелять патронами на продажу, которые... Гений, блин. Так, тут никого. По идее, еще один-двое должны быть. Я? Ну, в принципе, да, музыка выключилась. Херня. Что у вас тут есть? Ну вот это вот самое, блин, такое, ну типа мне не понравилось вообще это. Куколка. Прям вообще. Так, стоп. Досье.
Как малой попадал туда, где досье? Досье, досье, досье. Тут. Нет. О, фильтр. Тут. Да. Отлично. Замечательно. Еще фильтр. 24 минуты. Охренеть, блин. Ну, побежали. Дальше. Ты что там встал, как шиш на блюде? А ну, скрылся, бестолочь! Эй, тихо, нахуй. Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка, повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрыться, ждать появления рейнджера с тварью. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Угу. Ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких ну! И никаких больше... Охренеть их там, слушай. А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда вне очереди. Так. Опасно. Хорошо, подождем. Вот, и как у меня сейчас палится? Тревога, да. Где я? Инфы-то нету. Вот и пошли нахрен. Сейчас, сейчас. Блин, может много ему выстрелить. К бою! У нас гость! Может, реально похрен, просто погнали. Ну, это реально, ну, это бессмысленно. Мы сейчас просто минут 20-30 тут будем сидеть, все равно они будут искать. Вообще не спеша. Себе гарантируй. Я просто реально не вижу смысла тут сидеть. Минут 40 для того, чтобы они в скобочках перестали искать. Чтобы я потом в итоге еще раз спалился. Так. Здрасте. Плохо прячешься. Калаш херня. Так. Угу. Фигня, фигня, подожди. А у меня этот раз и сломан? Ну ладно. До свидания. Ты нормально там? Через ящик стрелять? Василий. Магазин меняешь? Меняй, сыночек, меняй. Поменял. Давай дальше играть. Так, фильтром. Фильтры, фильтры, фильтром. В принципе, ладно, давай поменяем тогда. Уже окончательно. Угу. Подожди, не сюда.
Фильтры дайте взять, пожалуйста. На всякий случай, знаешь, а то вдруг. Потом опять же кончатся патроны, как про... О, эти патроны фильтра, как в прошлой серии. Зачем нам это, правильно? Правильно. Так. Фильтры снимаем. Вам они уже не нужны. Подожди, а тут что? Это что? Что-то я не понял. Ну ладно. Так. Хорошо. Еще. Супер. Ну, вот. Ладно, нормально. Еще один. Ага, ага. Все, побежали. Еще один фильтр. Подожди. Фигня. Еще один. Сейчас на час наберем, блин. Здесь тоже они. Черно-красные. Черно-красные? Боятся тебя. Ага. И все равно хотят убить. Окей. Вообще пофиг. Вылезу. Ну вылези. Сайонара. Вы бессмертный, что ли, или чё? Один. Упоротый стоит, смотрит. Угу. Угу. Да умри уже, ну. Неугомонный. Фигня. Все. Так, наверх, походу, да? Походу, да. Так. Подождите, фильтр. Да, вроде больше ничего нету. Ты его знаешь. И а, тебя... Лесницкий. Ну давай. Ага. Опять упал. Смысле. Ядерное оружие. Так. Здорово, лесничок. Как все? А. Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Пока с того воспоминания. Ага. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытания вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Угу. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ну, ЖГ, да? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты?
Я хотел сейчас спросить, а Аньку-то мы спасли? Все-таки, да, да. Я вспомнил тот момент. А вот Красную площадь, парень, да. Бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Хорошо. Он очень плохой, но ты прав, убивать хуже. Всем рэперам? А, рейнджерам. Сейчас, подожди. Ага. Только вход на Красной площади, понял. Блин, а можно как-нибудь, я не знаю, связать Лесницкого и типа доставить его куда-нибудь? Ну, побежали. Вот же гад, слушай. Ветер, жесть. Пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Слушай, вот на самом деле хрен знает. Здесь тени. Мне почему-то кажется... Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Мне вот интересно. Мне кажется, типа, в итоге мне сделают предателем и типа убьют. На самом деле. Почему-то мне кажется, это плохая концовка. Не знаю. Блин. Подожди, На самом деле, вот сомневаюсь, то, что тут монстры какие-нибудь или еще что-нибудь. Дверь открывает. Неплохо. Опа, подожди, давай сюда. Так. Стоять. Тридцать две минуты. Угу. Ты видел? Нормальное время. Человек здесь ищет другого человека. Не видел. Такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Подожди, мне прыгать? Ну, давай. Странно. Мне плохо внизу. Тебе здесь. Вот, будет лучше. Че такое? Не понял, что там будет лучше, ну ладно. Подожди, растяжка. Ага. О, отлично. Так, что-то тут должно быть интересного, раз. Растяжечка, патроны. Здравствуй, да. Ты не представляешь, как я сейчас испугался. Подожди, мелкий, ага. Малец, не плачь.
Он боится чего-то. Еще один. Так, там этот наверху. Ага. Улетел? Улетел. Странно. Что ж ты меня так пугаешь-то, ну? Видно плохо. Тени видно лучше. С глазами видно плохо, тени видно лучше. Отлично. Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Подожди. Тут что должно быть, видишь, знак? Сюда. Угу. Да сука. Ну запрыгни. Ладно, я понял. Увидели. Угу. Показался, подожди. Тоже показался. Да в смысле? Только что же менял фильтры, не? Взрыв. Типа тот взрыв от... Ага, это тот взрыв как раз. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Ну прости, малец. Не знал. Так, а куда мне дальше? Ага. Понял. Хорошо. Опа. Не спеши. Если можно, не убивай. Пусть живут. Они сейчас окей. Не красные. Уходят. Хорошо. Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь подожди, знаю. Подожди, 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 да. Подожди. А, я понял. Там крылатая. Будь осторожней. Блин, ну не до конца же, ну. Я не хотел залезать до конца. Ну или, блин, это исправить было нельзя, типа. Что они бегают, бегают. Так, слышь, хрек? Пошел, сраку. Ну что я тебе скажу. Так, малец. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. Жаль. Ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Ну прости, молодец, ну правда. Ай. Нахрен.
О, метро. Замечательно. Мороженое. А лица сделать нормально не могли. Это не тень. Ты сам. Давно. Угу. Очень давно. Хорошо. Блин, а у меня ПНВшки нету нигде. Чтоб тебя за ногу. Допустим. Давай. Говорю, по идее, это уже конец. Мне кажется, минут еще 10. Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Угу. Хорошо. Здесь опасно, Артём. Сколько сейчас время? 12. Ну ладно, в принципе, давай. Пофиг. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ну-ка, чатик. Есть там кто живой еще? Че думаете? Проходим до конца? Или ждем? Да, не ждем, а заканчиваем мы завтра уже, да. Завтра. Да пройдем. У меня-то интересно, много еще? По ощущениям, не должно быть. Опасно. Блин, ладно, давай, короче, на этом закончим, наверное, сегодня. Вот. А завтра тогда уж финалочка закончим. И нормально. Так что да, всем спасибо, кто приходил на стрим. Вот. Как бы всем, кто это будет смотреть записи. Вы красавчики. Прям лучшие, кто досмотрел особенно до конца. Вот. Ну, а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был Талапс. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.